Цератозавр – динозавр юрского периода, представитель ящеротазовых динозавров – тераопод. Цератозавры обитали в юрский период на территории Северной Америки, Европы и Африки. Отличительной особенностью цератозавра был носовой рог и два гребня, возвышавшиеся над глазами. Вдоль спины тянулся ряд костных пластинок. Голова цератозавра была относительно крупной по сравнению с размерами тела. Зубы цератозавра острые, загнутые внутрь, то есть типичные для терапода. У цератозавра были очень большие верхние зубы. При закрытой пасти торчали ниже нижнего края нижней челюсти. Череп цератозавра был не цельным, а облегченным и представлял из себя решетчатую конструкцию из подвижных костных балок, что давало ему возможность расширяться, чтобы раскрыть пасть пошире и проглотить кусок мяса побольше. На конце морды возвышался костяной рог, над глазами имелись наросты. Цератозавр перемещался на двух задних мощных ногах, оканчивающихся четырьмя когтистыми пальцами. Три пальца находились спереди и один был на тыльной стороне лапы.